Московские старости. Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 9 апреля 1922 года. Газета «Последние новости. Париж». Из Москвы сообщают, что 4 апреля в Кремле состоялось экстренное заседание Совнаркома, на котором Ленин заявил о своем категорическом решении лично поехать в Геную. Некоторые члены Совнаркома не скрывали, что решение Ленина находится в явном противоречии с желанием коммунистических кругов. Против поездки высказался и Троцкий. Ленин, однако, остался при своем и будто бы заявил о своем отъезде в конце апреля. Газета «Правда». Восточное телеграфное агентство сообщает из Рима. Итальянское правительство отказало в разрешении на приезд в Геную на время конференции представителям различных русских организаций, существующих за границей. Итальянское правительство заявило, что ни один русский, кроме официальной советской делегации, не будет допущен в Геную. Газета «Голос России. Берлин». По прибытии в Вашингтон атаман Семенов арестован. Он обвиняется в присвоении мехов и шерстяных товаров на сумму 4 375 тысяч долларов. Эти товары являлись собственностью одной торговой фирмы, обанкротившейся в настоящий момент. По-видимому, речь идет о деяниях, совершенных в 1919 году в Чите. В тот же вечер Семенов был освобожден под залог в 25 тысяч долларов. Газета «Трудовой Северо-Архангельск». Игуменья Шенкурского монастыря Рафаила пожертвовала в пользу голодающих из своих личных запасов 6 серебряных вещей весом около полуфунта. Уездная комиссия по изъятию ценностей приступила к работам. Сведения с мест задерживаются наступившей распутицей. Газета «Известия. Москва». В ночь на 7 апреля совершено крайне дерзкое ограбление Иверской часовни. Неизвестные злоумышленники проникли в часовню, взломав слуховое окно в крыше и прорезав дыру в потолке, через которую спустились по веревке в самую часовню. С чудотворной иконы сорвали жемчужный убрус с драгоценными камнями и другими ценными украшениями. Похищены также все ценные подвески и камни с других икон и все деньги из свечного ящика. По приблизительному подсчету, стоимость похищенных ценностей доходит до 5 миллионов рублей золотом. Об этом писали газеты 9 апреля 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Московские старости. 100 лет тому назад.